Мне задали вопрос о том, какая грантовая поддержка в социальном предпринимательстве имеет место быть. И я рассказала про свой опыт организации, которую мы имеем сейчас. Бытует такое мнение, что во главе любого предприятия лучшим будет, если стоять мужчина. Ну, я скажу, что, поверьте, женская сила, она позволяет много. И для того, чтобы мотивировать молодых девушек на участие и вообще на социальную активность, которая должна присутствовать в обществе, и проводятся такие марафоны.